Ребята, всем огромный привет! Я сейчас буду делать на ночь заготовку на завтрак чиа пудинг. И хочу вам показать, вот у меня вот такие вот семена чиа и миндальное молоко. Это супер, конечно, завтрак, который богатый аминокислотами, которые препятствуют старению. И, конечно же, содержит огромное количество омега-3 и омега-6. И я считаю, допустим, семена чиа – это самый высококачественный растительный белок. Так что давайте приготовим. У меня вот такая вот баночка. На эту банку я замачиваю полные 4 столовые ложки семян. Все эти семена заливаю миндальным молоком. Молоко точно так же. Молоко можно брать абсолютно разное. Кто какое любит? Нутовое, кокосовое, рисовое. Даже можно простое. Хорошенько это все перемешали. Миндальное молоко. Оно само по себе сладкое, так что сладость я никакую не добавляю. Вы смотрите по своему вкусу. Можете добавить сахар, можете сахарозаменитель, мед, стевию. В общем, что хотите. Я не добавляю. Закрываю крышкой и отправляю холодильник, и утром будет завтрак готов. Что будет утром, я покажу. Вот наши семена уже вот так вот набухли, они такие желированные стали, видите, и будем формировать наш десерт. Вот я взяла вот такой вот стакан, накладываю 2 столовые ложки семян. Тут я перебила блендером клубнику и сделала типа соус. Накладываю пару ложечек клубнички. Тут я ягодки кубиком порезала. И в соус выкладываю немножко клубники. Потом опять семена. Очень сытно и очень-очень вкусно. Попробуйте обязательно. Я думаю, понравится очень всем. И опять клубнички. Ребята, вот такой вот получается красивый, вкусный, а самое главное, полезный завтрак. Так что обязательно попробуйте. Я думаю, вам очень-очень понравится. Вариации можно разные. Можно с бананом, с черникой. В общем, все, что хотите. У меня будет один с клубникой, а второй ананасы и манго. Так что любой наполнитель, какой вы любите или какой у вас есть на данный момент, любой подойдет. Так что всем огромное спасибо, приятного аппетита и пока-пока!